Центурион МК-71 появился в игре в 2012 году. Можно было больше 10 лет играть только на одном Центурионе. В то время максимальная скорость у него была 40, ездил он так себе. Была хуже у него броня в башне, в 2017 году ее апнули. Также еще и перезарядку почти на секунду уменьшили. В общем и целом, за 10 лет немножко его потрогали. Видос смонтировал, сижу довольный, а поздороваться в начале видео забыл. Приветствую вас, дамы и господа, приятного просмотра. Также еще в 2012 году вернули в режим случайные бои карту Хребет Дракона. А я начал играть в игру в 2013 году, и до меня эта карта уже не добралась. А вот танк Центурион МК-1 не то что добрался до моего появления в игре, но он до сих пор в игре, и он очень хороший. В патче 1.20 его апнули. Апнули стабилизацию, и в общем и целом ему этого и хватило. Планка на 3 отметки у него подросла заметно. После патча она уже выросла на 400 суммарного урона и составляет 3800. Уже потихоньку подбираясь до планок 10 уровня. Но все же есть на 9 уровне пару танков, на которых 3 отметки взять сложнее. Но Центурион не особо от них отстает, что показывает нам, что танк очень способный выдавать результат. Максимальная скорость у нас 50, обзор 410, орудие вниз опускается на 10 градусов. Стабилизацию апнули, она в принципе комфортная теперь. Точность 0.33, сведение 2.3, ДПМ 2090. Это все нормальные такие параметры для девятки. А вот следующие параметры в орудии просто невероятные. 268 пробития под калибером основным снарядом Альфа 390. А вот голдовый снаряд, или как его называют разработчики, специальный, 210 пробития, и это фугас с Альфой 480. Пробитие фугаса 210 это прям солидно. Да и с такой альфой ДПМ вырастает очень сильно. Даже есть еще и третий снаряд, и он тоже фугас. Получается у нас два фугаса. И даже у него пробитие не такое уж маленькое, 105. И тоже альфа 480. Это прямо истребитель картонных танков в рандоме. В этом нам очень сильно поможет перк, интуиция, который быстро меняет снаряды, для того, чтобы подбирать под нужного картонного врага нужный фугасик. Мне танк очень сильно понравился. Неудивительно, что планка на 3 отметки очень сильно растет вверх. Но, как на мой взгляд, на Центурионе МК-71 намного легче играть, чем на Центурионе Action X на 10 уровне. Поскольку на 10 уровне, в принципе, тяжелее играть. А вот на девятках как-то все поспокойнее. Поэтому этот танк радует меня вдвойне, поскольку на одном из самых приятных уровней в игре появился такой вот замечательный танк, на котором можно с удовольствием поиграть, насколько это возможно, если вы меня понимаете. Да, конечно, большой, огромный корпус, не сильно бронированный, намекает нам, что мы и сами фугасоприемник. К тому же у нас на крышке корпуса, если вы посмотрели модель брони, 10 мм. То есть фугасоприемник у нас очень слабенький. 10 мм это для артиллерии прямо подарок. Поэтому, когда мы слышим артиллерийский выстрел, и в нас летит снаряд, это означает, что стоять не стоит. Необходимо куда-то срочно убегать. Да и остальные танки, которые стреляют фугасами, лучше от них снаряды не принимать. Но если мы стоим от рельефа, и наш корпус картоненький и большой спрятан, то в принципе мы можем и понаглеть, поскольку броня в башне все-таки присутствует. Даже самые тонкие места не такие уж и бумажные. Не каждый танк их пробьет, и то, если еще и попадет. Конечно, в бою иногда возникают случаи, когда вместо голдовых фугасов хотелось бы какой-нибудь снаряд с повышенным пробитием, чтобы пробивать самых толстеньких врагов. Но зато, когда мы видим картонного врага, мы на фугасы не жалуемся. Поэтому, на мой взгляд, все равно эти фугасы с повышенным пробитием очень хорошо подходят этому танку и ни в коем случае не мешают ему набивать урон. Да, в каких-то ситуациях нужно думать, как объехать врага, чтобы не стрелять ему в самые толстые места, а вот когда встречаются всякие бумажные враги, фугас в самый раз повышает нашу альфу и увеличивает ДПМ в разы. Оборудование на танке я ставил самое стандартное: досылатель, стабилизатор, вентиляция. Немножко хотелось бы иногда стабилизацию и чуть-чуть лучше сделать. Но в общем и целом и такая
стабилизация в целом неплохая. Стрелять постоянно на ходу, это было бы, наверное, чересчур. А сведение в любом случае на танке очень быстрое. По поводу полевой модернизации, здесь все очень просто. В парной модификации второго уровня можно вообще ничего не выбирать, либо же повысить жизнеспособность модулей. В точности и стабилизации тоже, в принципе, смысла никакого нет, поскольку и точность, и сведение у нас хорошая, а уменьшать стабилизацию желания нет. Наоборот, хотелось бы ее еще лучше сделать, чтобы стрелять реально на ходу. А вот на пятом и седьмом уровне можно улучшить максимальную скорость назад и максимальную скорость вперед. Для тех, кто хорошо играет и играет на результат, эти улучшения придутся кстати, для того, чтобы быстрее ездить, да и к тому же гусеница будет чиниться немножко быстрее, что в активном бою нам поможет. А вот незаметность или обзор нам в активных боях не особо-то помогут, поскольку это больше параметры для более пассивно играющих. По сути, из минусов мне особо нечего сказать про этот танк, разве что у него большой, не особо бронированный корпус и в принципе все. Поэтому я рекомендую этот танчик, он реально классный и находится на одном из самых приятных уровней в игре. Рекомендую с кайфом поиграть на нем, если не пробовали. С вами был Варчик, играйте красиво, пишите свое мнение в комментариях. Всем удачи и пока.